Добрый день, с вами Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Сегодня мы на объекте, мы на нем уже были этим летом. У меня есть видео на канале, как мы обрабатывали территорию и что делали, что подстригали в первый раз. Сейчас еще раз приводим в порядок эту территорию. Посмотрите, трава уже выросла. Сейчас мы ее будем опять подстригать, прибирать, убирать. Сейчас декабрь месяц, для стрижки деревьев и кустарников не сезон. И мы будем убирать только траву. Хорошо, пошли дожди, и она очень хорошо растет. Думали, что можно будет сделать, если подстричь, получится немножко в форме газона. Но опять смотрим, что все-таки здесь много есть сорной травы с толстыми стеблями. Такую траву возьмет опять-таки только триммер. Как и в прошлый раз, мы будем работать триммером. Мы привезли с собой и газонокосилку. Думали, что можно будет как-то небольшой слой оставить. Посмотрим, что получится у нас сегодня. Очистили здесь территорию от сорняков. Все, сейчас заканчиваем. Вот такая получилась. Уже красивая площадка. Стоит только применить еще садовый пылесос. И все. Работали сегодня триммером.
Садовый пылесос используем. И вилы, грабли, больше ничего. Для защиты вот такой шлем. При работе с триммером обязательно. Вот такие инструменты сегодня.